Ну вот мы в Роза Спрингс, ой, на Роза Хутор, где Ксюшин санаторий Роза Спрингс, где она работает. Это бывшая олимпийская деревня, где жили наша сборная команда. И здесь мы тоже видим салон Ольгис. Это то, что мы на 960 видели. Но мы-то пришли сюда посмотреть на горную маловарню и посмотреть, как они производят. Ксюш, я зайду тогда? Да. Давайте. Сейчас мы с вами посмотрим это производство. Вот они варят здесь. Хорошо, буду знать. Здравствуйте. Вот как это все тут делается. Вот так все развешивается. О, корица, что ли, настоящая. Видите, когда мы с вами были. А здесь вот уже упаковывается. Этот весь набор, тот же самый, который мы видели в Медовее. И здесь много покупателей. Они приехали за этой продукцией. Ну, слушайте, прям реально стоит очередь, которая все это потребляет. И это продукция. Здравствуйте, а можно к вам заглянуть, как вы там делаете? Да я вот так могу. Мне не трудно. Мы были у вас в Медовее сегодня. И нам сказали съездите и посмотрите, как мы это все делаем. Еще делать? Яркая. А это вот такой процесс, да? Да. Это календула, с лепестками календула. Вот видите, как делается. Это все натуральные продукции-то, да? Да. И красители натуральные, минеральные. Вот, заливаем в такую форму. Я выдерну. А потом оно, видите, застывается. Вот здесь уже развешивается. И, как я вижу, подскажите, это действительно хорошая такая продукция, да? Мне нравится. Нравится? А, я гидролат. Да? Использую, мне нравится. Да, нравится, да. То есть натуральный продукт? Ну, я не могу сказать, но мне тоже нравится. Угу. Я много пробовала гидролатов. А берете и женские, и мужские? Нет? Только женские. Только женские продукции. А то, мне кажется, не разделяются. Ага, не разделяются. Ну вот видите, это еще один вам сюжетик про эту косметику. Ну и вот здесь мы с вами убедились, что действительно потребляем. Спрос есть. Вот так. Все, спасибо за внимание. Я пойду дальше. Давайте я вам тогда уж сразу без перерыва и дальше покажу, как тут все выглядит. Потому что такой поселочек-то уникальненький. Тут можно, конечно, сюда приехать и жить. Но, как я помню, здесь
цены такие серьезные. Детский клуб. Если вы пойдете там по мой плейлист, который называется «Хроники Медовеи», то там есть предыдущие съемки, и в них много всего рассказано. Тут про разные магазинчики, про разные клубы и про детский клуб рассказывали. Идем, иди сюда. А пока я вам так бегло просто расскажу и покажу. Ну, давайте покажу конкретно Ксюшин санаторий, откуда она ушла в декрет. В дни побед я заслуживаю шампанское, в дни поражений, ну, мы на обратном пути узнаем, что в дни поражений. Ну, они ходят, они не знают. Вот, пятизвездочный спа-отель Rose Springs. А где же у меня конкретно Ксюша и внуки? Здесь красиво. Но она была в положении, и очень тяжело ей перепад этот давался высот. В общем-то, сюда, похоже, положение не стоит поселяться, поскольку этот перепад сложен для такого. Так, а что же в дни поражений? Я заслужил, а в дни поражений в нем нуждаюсь. Черчилль. Прямо такой весь этот Черчилль. А что они такого сделали, кроме того, что не пойми на чьей стороне во Второй мировой войне участвовали. Скорее всего, всех втянули в эту войну с этим Черчиллем. Ну ладно. Пусть чай живет. Ну вот, в общем-то, все. Я выключусь, а то никак не могу найти, где же мои. Все. Здоровья всем, радости. Аминь.